Треба стерти ту падлу з землі, зжимаю рідну СВД, вона мене не підведе. Файно, що вітер в сторону дебіла, і моя куля полетіла. Це парадюга, а ти як шлюха, серце постоїш і думаєш собі, що все нормально, куля вже полетіла. Чекай від мене український привіт, це парадюга, а ти як шлюха, в канаві лежиш і тихо смердиш. В ліпшім разі вагоном, без ешелоном, зручні упаковки за кордон повалиш. Пам-парам, парам-пам-пай, пам-парам, парам-пам-пай. Автобух і не джамшут, а маскаль тупарилий. Коли впало тіло, на землю чуть, я підбіг і подивився в рило. Синє рило, червоне рило, біле як пух землі. Ти дебіла кусок, що тут робиш? Невже заблудився в іншій стороні? Це парадюга, а ти як шлюха, серце постоїш і думаєш собі, що все нормально, куля вже полетіла. Чекай від мене український привіт. Це парадюга, а ти як шлюха, в канаві лежиш і тихо смердиш. В ліпшім разі вагоном, без ешелоном, зручні упаковці за кордон повалом. Хоп-хоп-хоп! Слава Україні! Героям слава! Повно безпілотної і тривожна рація кричить, маскаль на три часа летить. Докопа ніжно, зушка зашуміла, цемент і став ті сучі крила. Це парадюга, а ти як шлюха, по небу летиш і думаєш собі, що все нормально, куля вже полетіла. Лови десантури, крилатий привіт. Це парадюга, а ти як шлюха, в канаві лежиш і тихо смердиш. В ліпшім разі вагоном, без ешелоном, зручні упаковці за кордон повалиш. Пам-парам, парам-пам-пай, пам-парам, парам-пам-пай, пам-парам, парам-пам-пай. Здорово, хохла. Здорово. Здорово. Снайпер. Как жизнь молодая. Что там? Снайпериш? Снайпериш? А? Снайпериш, говорю. Снайпериш, говорю. Ну да. Ну да. Ну да. А, ну ты капитан. На 800 ну метров, нахуй, по подвижущей фигуре. В гонг. А с какого аппарата? С
А с какого аппарата? С аппарата, с русского. С русского, да? С русского, да? Местного производства, а, да, мне... А оптика? Да. А оптика тоже русская? А оптика тоже русская? Ну, почему? Ну, как положено. А, да? Все сделано модельно. А, да? Все сделано модельно. Россиюшка. Ну, что сделал, то сделал, нафиг. Понял. А в Грузии что ты там делал? Понял. А в Грузии что ты там делал? В Грузии? Угу. Ротой командовал. Да, рота командовал. Да, рота командовал. Ты же там как миротворец был, да? Ты же там как миротворец был, да? Я? Нет, я пришел. Пришел так. Цветы дарить, да? Пришел так. Цветы дарить, да? Грузинам. А? Грузинам цветы пришел дарить? Грузинам цветы пришел дарить? Да. А, ну, я так и понял. В Украине был? В Украине был? В Украине? Ну да. Еще не был? Ну, приеду туда жить. Да ты уже приедешь, да. Куда-нибудь. Жить. Куда-нибудь. А что, на могилку посышь? На чью, на твою? Вот смотри. На чью, на твою? Вот ты человек, и я человек. Ну. Ну. А то, что политика делает, ты что, за политику? А, это все ж политика делает. Это же не люди делают, да? Это же не люди делают, да? Не люди. А, ну, людям, ну, как, да, баранам. Это... А, ну да, это ж... Ну, ты баран. Я не баран. Я баран. Я не баран. Почему ты? Я не баран. Ну, вот ты смотри. Ну, смотрю. Я вот с тобой вот сейчас, да, разговариваю. Ну. Я тебя уважаю. Ну. А я тебя не уважаю. Как? А я тебя не уважаю. Ты меня не уважаешь? А почему? Конечно. Потому что ты баран. Ну, потому что ты баран. А ты что, не баран? Я же тебе сказал, что нет. Ну хорошо. Смотри, идем стрелять друг друга. Обычно ты меня застрелишь. Обычно ты куда-то идешь. А тебе, нет, ты меня застрелишь. Я тебя, конечно, застрелю. Я тебя, конечно, застрелю, конечно. Ну, значит, ты баран. Нет. Ты нет. Приходишь же ко мне. Ну, почему? Ты приходишь же ко мне. Ну, а не я к тебе иду туда с оружием. Ты какого года рождения? 71-го я года рождения. 71-го я года рождения. Ну. Еще родился при СССР. Ну и что дальше? У тебя же в каком там году СССР? В 2002-м ты говорил? Я ничего не говорил. Ну как это? Да, ты не помнишь разговор, да? Да, ты не помнишь разговор, да? Не, я просто тебе говорю, давай, вот ты баран. Я сейчас сказал, что я не баран. Ну почему? Ты меня застрелишь. Че ты меня тулишь? Застрелишь? Ну конечно меня застрелю. Меня застрелишь? Ну конечно, да. Застрелю. Естественно, ну, да. Значит, ты баран. Я не баран. Сказать почему? Раскидать? Я не баран. Я обычно охотник до таких баранов, как ты. Молодец. Раскидать? Ага. Поэтому ты получается, поэтому ты получается баран. Точно, что баран. Потому что ты пришел в армию для чего? Охранять свой народ или для чего? Охранять свой народ. Ну, куда ты включаешь? А что тебе скажет твой военнокомандующий? Кто? Ну кто у тебя там? Ну кто у тебя там? В Грузии что ты там делал? Где именно? Ну в Грузии, где именно? Грузия есть. Страна такая. Я знаю, что тебе. Страна такая, Грузия. А это что, страна? Конечно, страна. Да я хуй его знает. Я его облетел нахуй. Даже, блядь, паспорт не спросили. А потому что ты на чем влетел? А? На чем ты тогда влетел? На чем? Ну да. А тебе не надо знать. Ну да. Ну так вот. Я тоже туда не летел. Ну так вот. Я прошел Торский туннель. Ну вот, на чем ты туда шел? Ходок. Как ты сказал? Ходок, я так понимаю. Я не ходок, я человек. Такой же, как и ты. Ты обычный ходок. Тебе сказали, иди, и ты идешь. Тебе сказали, иди, и ты идешь.
Тебе сказали убивай, ты и убиваешь. А тебе сказали? Ты же вот это все, что умеешь делать, вот выполняет команды своего хозяина. Хозяин тебе сказал. Какого хозяина? Обычного. Обычного хозяина. Ты человек? Хуйло у тебя хозяин. Я человек. Хуйло у тебя хозяин. И он тебе говорит команду. Я тебе раз говорю, ты человек. А то, что там грузины, ты на то, что там грузины, там украинцы. Да, оптику, да. Кого? Да, оптику, называемую. И начинаешь. Как называемую. И начинаешь там. Ходить, бродить. Ты человек? Ходить, бродить, гулять. Ты человек? Я же тебе уже сказал, что я человек. Я тоже человек. Ты баран. А какого хрена ты говоришь, что у меня... Какой-то хозяин есть. Хозяин у тебя есть. Хозяин у тебя есть. Потому что у барана должен быть хозяин. Я же тебе сказал, хуйло. Ну, хозяин. Ну, значит, ты... хозяин. Ты так же. Ты же человек. Ты же тоже стреляешь. Мне выбор, ты просто другого не даёшь. Завалить. Какого? Ты тебя завалить. Барана. Барана куда? Ну, да. Головой куда, чтобы горло ему отрезать? Зачем горло тебе резать? Ты даже не знаешь, куда как головой барана ложат. А зачем тебе ложить? Ты будешь просто как баран идти вперед. И получишь голову 9 грамм. Лада там не 9 грамм. Лада там не больше. Может, чуть больше. В зависимости от того, из чего будут стрелять. С чего начиналось? Ты человек? Я человек. Знаешь, что я с тобой сделаю? Ты не человек. Знаешь, что я с тобой сделаю? Ты обычное животное. В облике человека. Знаешь, что я с тобой сделаю? У тебя нету ничего человеческого. Почему? Потому что я же знаю. Ты же не выслушал, что я с тобой сделаю. А ты ничего со мной не сделаешь. Как не сделаю? А вот так вот. А стол накроем? Ничего подобного, я же тебе сказал. Я тебе где-то в саду в Яблино, наверное. Да и то навряд ли. Лучше развеять твой пепел. По этой бренной земле. А лучше развеять. На которую ты придешь. Это моя земля. Твоего там ничего нету. Разве что знаешь так. Вообще даже ничего. Если ты только насрешь, но я это уберу. Короче, ладно. Что такое? Очканул? Ты знаешь, занимаешься баранов, по факту баранов. Как вы, блядь, делали нахуй с немцами нахуй? Хуем сосали? Вот и соседи дальше. А когда это происходило? А я свинью жру нахуй. Слышь, да? Живешь ты там? А вы у баранов хуй сосите нахуй, и у дагестанцев нахуй осасывайте нахуй. А что тоже дагестанцев сюда приплел? Они тут каким боком тебе? У чеченцев отсосите нахуй. Чеченец же тебе барану точно голову отрезал. Ты боишься головы отрезанной? А я твои уши, блядь. Вижу. Ты видишь, замечательно. Чё? Ты же вроде бы там снайпер, ты должен видеть. Да я уже слепой снайпер. А с батальоном Восток, нахуй, вашим, блядь, хуям отрезал головы, нахуй. Так ты всё-таки был на Украине. Так ты бы все-таки был в Украине. Украина сперва побыла нахуй в Грузии, нахуй. Где я там, блядь, уши себе ожерелье делал, нахуй. С батальоном Восток. С чеченцами заходил, нахуй. И ваши головы резал, нахуй. А что ты там еще делал? А что ты там еще делал? Пошел нахуй.
Что ты там еще делал? Вот так вот тебе скажу. Что ты там еще делал? Че? Ну да, что ты там. А что, снимаешь, да? Ну да, что ты там еще. Нет, не снимаю, зачем? Ну. Нет, не снимаю, зачем снимать? Я там что делал, нахуй? Ну да. Кайфовал. Ну да. Кайфовал. Персики кушал. Кайфовал. А голову кому-то отрезал. Я амулеты делал из ушей. Ну, я амулеты делал из ушей. Ничего не знаю. Ты что? Ничего не знаешь. Ну ты же же ты. Ничего не знаешь. Ну, животное обычное. Животное обычное. Животное? Ну да, обычно. На себя посмотри. Да. Ну да, обычно животное. Да. Я с тобой разговариваю. Обычно такой, знаешь. Я с тобой разговариваю. Даже не знаю, какой. Как даже виду, не знаю, какому виду тебя и. Дульку сожму. А что это ты там, блядь, нахуй, наворачиваешь, нахуй. Да, наворачиваю, да. Колдую. Да, наворачиваю, да. Колдую его. Молодец. А я не боюсь. Сказать почему? Знаешь, ты дурак, поэтому ты ничего не боишься. Поэтому ты ничего не боишься. Ты же говоришь, обычное животное, которое надрессировали тебя. Вложили тебе в голову туда говнище. И ты одел погоны и такой. Хорошо. Ты хоть рожу свою нормальную покажи. Зачем? Хули ты там, блядь, снимаешь. Зачем? Она и так нормально выглядит. Да? Молодец. Вот я с тобой хочу, блядь, разговор навести. Навести разговор? Ну, так мы же вроде как. Ведем сейчас какой-то диалог с тобой. Ну, давай, колдуй. Наколдовал что-нибудь? Ну так, да, немножко есть наколдовал. А что именно? Вот потом тебе есть. Ну, ты мне скажи, чтоб я знал. Зачем тебе это? А что, очкуешь? Нет, не очкую. Очкуешь, что тебе вернется? Не-не-не, мне ничего не вернется. Не-не-не, мне лучше расскажи про Грузию. Ты мне лучше расскажи про Грузию, что там с грузинами делал. А с грузинами? Угу. А знаешь, что я с ними? Угу. Я просто... Почему с грузинами? Ну ты же орешь. Нихуя ты, блядь, там. Побывал. Грузины с хлебом солью встречали. В Грузии, да. Ну, а там негры были. Такие там американцы, негры были, ну, которые там вас. Негры были, ну. Ну. Мы их сжигали. Ну. Вопросы есть. Вы их сжигали? А сказать почему? Сжигали. Расскажи. Ну, хорошо. Рассказать. А зачем нас накрывали, нахуй? Кассетными минами. У вас это дева сам накрывали. Зачем вас это дева сам накрывали кассетными? Кассетными минами запрещено конвенцией. Конвенция запрещена? Ну. Конвенция запрещена? Конечно. А что не ядерная бомба, еще скажи? Там вас не накрыли. Она тоже где-то запрещена. Я всегда скажу правду. А то, что, блядь, долбоёбы там, нахуй, напали, нахуй, на чуваков. Ну, держали и обосрались, нахуй. А, грузины напали на вас, да? Не грузины. А напали, нахуй, негры. Негры черножопые. Негры напали. Слышь, я тут встречаю гражданских, да, которые мне тут утверждают, что... Грузины напали на... И убили там 40 человек. Не, нихуя. А тут ты мне рассказал другую историю, что оказывается, там негры напали. А где хотя бы один кадр был? Ты у меня спроси. А вы же вы там же любите фотографировать все это, документировать. Ни одного кадра, только одни твои какие-то непонятные слова. Знаешь что, долбоёб, я приду на своих танках, нахуй. А куда ты там придёшь, ты? Ты до туалета, блядь, еле доползи. Ну, смотри, это ваш туалет. Ваши, блядь, хрущёвки, которые строили, нахуй, вот они. Это ваши хрущевки, вот они, я сижу. Свет у меня есть, нахуй, тут, блядь, я того мир топтал. А чё, ваше, блядь, правительство не позаботилось, чтобы грибка не было, нахуй?
А? Какое наше правительство? Какое наше правительство? Я хуй его знает, какое ваше там правительство. Ну, какое из них? Ну, какое из них? У нас же менялось правительство. Должно быть. У нас же менялось правительство. Какой из них там... Ну ты ж там, ты обвиняешь. Ты ж там колдуешь нахуй. На каком я танке приеду? Ну-ка, наколдуй. На каком-то танке приедешь? На каком-то танке приедешь? Да. На детском, пластмассовом. На детском, пластмассовом. В виде этого самого. В виде унитаза. Детского этого. Хорошо. Он у тебя будет привязан скотчем. Он у тебя будет привязан скотчем. Твоей задницей. Унитаз. Твоей задницы. Этот унитаз сделал вещи нахуй. И я еще жив, прикинь. Да ну знаешь, это ж такое дело. Ну. Ну. Что такое? Сейчас ты живой. Очканул. А потом когда ты будешь неживым. Слышь, да у меня, блядь, номер 200 нахуй, последний оканчивается нахуй. Груз 200 будет оканчиваться. Да? Это точно. Ну. Ну да. Ну, шо? Ну, шо? Алкоголик ты. Алкоголик ты. Ну и что? А ну и все. Знаешь, что такое? А ну и все. У тебя жизнь же только на 10 стаканов находится. Ты же бухаешь с утра до вечера. Вот вся твоя вот эта, знаешь, сущность. Военнослужащего. Приди домой и зеньки залить. После службы. О, молодец, нахуй. Увидел, нахуй. Ну, нихуя ты не знаешь. А зачем мне что-то знать? Сколько раз я пью, нахуй, тогда? Давай, скажи. А ты постоянно пьешь. Я? Ну, да. Что-то ошибаешься? Я думаю, что ты на службе тоже употребляешь. Я думаю, что ты на службе тоже употребляешь алкоголь. Ошибается твоя, блядь, бадья, нахуй. Да, вот она сущность русского. Офицера. Ты офицер же, да? Да, я офицер. О. Так а что у тебя из офицерского такого? Кроме вот этих звездочек, которые у тебя там. На погонах. У тебя же не чистить вот совести. Что? У тебя же не чистить совести. Ничего нету. Ты же все это пропил. Ну да. Честь, совесть всегда имею. Таник, ничего ты не имеешь. Тебя там имеют только. Не, меня имеют. Я их имею. Каким образом? Своими маленькими погонами. Своими маленькими погонами ты там всегда. На Дальнем Востоке, как ты говоришь. А, научись-то. Расскажи мне. Научи меня. Что такое? Ничего, нормально все. Ну и что ты мне показываешь? Пластиковое окно. Вся радость твоей жизни. Никчемной. Почему никчемной? Потому что оно тебе никчемное. Ты вокруг себя видел, что там у тебя творится? Да мне поебать, что вокруг меня творится. Тебе поебать, тебе на себя даже поебать. Потому что так же на окружающих тебе поебать. На меня поебать? Если бы, блядь, я вышел, чтобы мне было поебать, к тебе бы вышел вот так вот? Не знаю. Может, ты и пьяный, поэтому ты и вышел такой, знаешь. Герой. Героем всегда был. Вот, видишь, тем более, что всегда был. А сейчас ты что, уже перестал быть героем? Почему? Нет, всегда герой.
Ну, не знаю. Ну, раз ты сюда вышел, то значит ты уже... Считаешь себя тут каким-то героем. Что-то смелости набрался, да? А что ты со звуком там сделал? Звук пропал. Герой. Домой приеду и тебя найду. А куда ты приедешь домой? А ты где находишься? Так где-то на территории Украины. Ну все, на территории Украины меня увидишь. Да увижу, конечно. А я приеду туда жить. Ты такой наивный, знаешь, как... Шестилетний ребенок. Ну, хорошо. Шестилетним ребенком ничего не сделаешь. Правильно? То, что с шестилетним не сделаешь, а с таким... Или что, убьешь шестилетнего ребенка? Ну, такого, как ты, что ли? С удовольствием. Да? С удовольствием. Вот оно, да. Дружба, жвачка, любовь. Видишь, как она проявляется. Ты хотел бы поплакаться, а я тебе... Прямо линейно в лоб говорю, что я тебя завалю. Даже и рука не дрогнет. Ну, вот честно, заебешься валить. Ну, это посмотрим, знаешь, что пойдем. Не, ну вот смотри. У меня-то тоже есть автомат. Правильно? Не знаю. Ну, хуй его знает, нахуй, правильно? Ну вот, хуй его знает, может быть. Нихуя, ты меня пугаешь, нахуй, то, что ты меня завалишь, правильно? Ну, конечно. А ты ж не думаешь, нахуй, то, что у меня тоже есть, чем завалить тебя? А? Почему ты не думаешь об этом? Там же ты не успеешь это сделать. Я? А ты успеешь? Да. Потому что я морально готов это делать. Ты морально готов? Я тоже морально готов. А если морально готов, то значит это очень просто делать. Тем более для таких, как ты. Ты даже не знаешь, куда, блядь, положить нахуй барана, чтобы ему голову отрезать. Так зачем мне ложить барана? Разберемся, нахуй. Барана ложить куда-то? Узконаправленная такая. Ты сало жрешь? Это ужас. Сало я себе уже тогда говорил, что нет. Че, вообще долбоеб нахуй? Нет. А я сало кушаю? Нет. Так что мне дальше делать? Посмотрим, у кого, блядь, реакция будет лучше. Хорошо? То есть получается, если сало есть, значит у тебя реакция. Конечно, нахуй. Понятно. Алкоголик. А ты где там живешь, кстати? Алкаш. Я тебя обзывал? Алкаш это обзывал. Сейчас обидишься и начнешь плакать, да? Ой, да ну нахуй, хохол. А что ты тут начинаешь? Я тебя не обижал. Ты мне сказал, нафиг, пристрелишь? Ну да, я тебе уже давно сказал про это. Что ты тут сиськи мнешь? Вот честно, нахуй, вот пока ты, блядь, в интернете находишься, самолет летит. Они постоянно летают самолеты. А вот именно в твою точечку летит. В мою точечку? Да. Давай. Это что-то с чем-то, конечно.